мне как-то снилось, что меня съели. Снов не стоит бояться. Я не боюсь, просто вспомнил, какие были ощущения в детстве. Ищем статую. Я думал, вонять будет хуже. А тут по запаху похоже на вересковый эль. Даже приятно. Ты чудной. Что это там внизу? А, здесь вода сжется. Это ведь вода? Или что? Ага, в основном. Хочешь здесь высадиться? Вон там, молот. Я там что-то вижу. Это все слишком далеко. Надо ближе подтянуть. Где Один мог спрятать твой глаз? Откуда мне знать? Я же этим глазом не вижу. Ага, это глаз. Вставьте его мне в голову, для надежности. Будьте добры, побережней. Спасибо, брат. Вот уж правда, что имеем и храним. Ну, не могу сказать, что чувствую себя целым, но стало лучше. Биврёст цел? Выдержать.
У нас есть все, что нужно. Наконец-то идем в Йотунхейм. Теперь нас никто не остановит. Ты не слыхал выражение «испытывать судьбу»? А как нам выбраться? Подадим знак. Держись крепко. Что это? Ну, это было страшновато. Может, мы раздражаем желудок Йормунганда? Нет, что-то не так. Что происходит? Все плохо! Все позади. На него напали? Что это? Нужно спешить. Согласен, как никогда. Держись и постарайся не упасть. Глотка кренится, я... Держу. Сын! Я цел. Вроде даже привыкать начинаю. А с ним что? Это мы его? Нет. Что-то еще. Мертвый великан. Почему змей выбрал это место? Смотри! Ведь за нас, да? Пока будь осторожен, надо убедиться. Мировой змей, что произошло? Мы сами не знаем. Ты далеко от дома. Я ищу своего сына. Вы двое помогли мне многое понять. Так ты не знаешь, где он? Нет. Но леса и поля произносят его имя. Я знаю, что он здесь, в Мидгарде. Когда ты его видела? Давно. Еще до твоего рождения. А ты от меня как будто пятишься. В чем дело? Что-то случилось? Вон! Я прямо как чуял, если ударить по большой змее, вы двое тотчас же выползете наружу. Да вы хоть понимаете, хоть мысли у вас есть, как вы дорого мне обошлись. Сынок. Мама. Я здесь. Не убегай. О, нет, мама. Я никуда не уйду. Я знаю, ты все еще злишься. Я знаю, твои чувства не изменились, но я хочу, чтобы ты... Мои чувства? Мои чувства? Да я провел последние 100 зим, представляя себе вот эту минуту. Я 1000 раз повторил все, что хочу сказать тебе, каждое слово, чтобы ты, наконец, поняла, насколько жестоко ты меня обокрала. Но теперь я вдруг понял... Нет мне никакой нужды объяснять тебе ничего. Ты мне вообще больше не нужна. Нет, отойди, Кратос, мне не нужно. Ты идешь по пути,
мести. Он не принесет мира. Поверь. Ты... С тобой я потом разберусь. Но сначала семья. Ну, начинается. Уходи, пожалуйста. Нет, я достану до него. Прекрати сопротивляться. Советую тебе отвернуться, парень. Сейчас будет страшно. Я тебе не позволю. Нет, мальчик. Стой! Нет! Нет, Атрей! Ты ранен. Дыши, дыши. Не моя кровь. Происходит. Я чувствую боль. Я снова все чувствую. Нет! Он стал уязвим? Нет. Слышишь, ветер? Мы движемся. Это стрела. Бальдор ударил в Амелу? Амела была в ремне колчана. Похоже, она его ранит. Колдовские стрелы. Не просто ранит. Амела сняла чары. Его можно убить. Можно. Теперь я припоминаю. Так вовремя-то. Управляет этим? Не лезьте! Я с ним поговорю! Нет, женщина, не выйдет! Он хочет твоей смерти! Вы не остановите меня! Никто не остановит! Где он? Пусть он даже меня убьет! Я защищу его! Я не позволю ему умереть! Трогательно! Скоро все закончится! Вот! Я
забыл, что он так приятен. Атрей! Я здесь! Я жив! У меня все чудесно! Никогда не чувствовал себя столь живым! Прекрати! Криво! Мама!
сына в покое! Не нужно так! Вот! Останови! Поблагодарить вас обоих. Вы сделали то, что не удалось даже всеотцу. Я никогда не чувствовал себя таким живым. Какая ирония, а? Что?
Стой! Пожалуйста! Отец, он побежден. Не опасен. Ты не будешь нас преследовать. Ты не тронешь ее. Мне не нужна твоя защита. Ничего не можешь с собой поделать, мама. Что бы я ни сказал или сделал, все равно ты все равно продолжишь вмешиваться в мою жизнь. Я лишь пыталась тебя защитить. Я... Я ошибалась. Признаю. Но ты свободен. Ты получил, что хотел. Найди в себе прощение, и мы начнем все заново. Нет. Нет. Ну почему? Не начнем. Потому что я тебя никогда не прощу. Ты должна заплатить за жизнь, которую ты украла у меня. Я уже заплатила. Я заплатила. Но если лишь это тебя исцелит, если моя смерть для тебя все исправит, я не помешаю тебе. Я знаю. Но... Что? Нет, отец! Я люблю тебя. Я люблю. Зачем? Какое твое дело? Ты же мог просто уйти. Цикл закончится здесь. Мы не должны опускаться до такого. Выбор. Тебя будут ждать самые жуткие, самые жестокие страдания. Обещаю. Я покажу твой хладный труп обитателям всех 9 миров. Я скормлю твою душу самым грязным тварям Хеля, я клянусь! Тебя в этом слышишь? Он спас тебе жизнь! Он отнял у меня все! Все отнял! Все отнял! Ты как животное! Тебя переполняет жестокость и ярость. Ты не изменишься. Ты меня не знаешь. Я знаю достаточно. А он... Сын, слушай меня. Моя родина зовется Спарта. Очень давно я продал душу одному из богов. Я убил многих злодеев. И многих невинных.
убил своего отца. Так в Хеле был твой отец. Боги всегда так делают? И так должно быть? Сын убивает мать и отца? Нет. Мы будем такими богами, какими захотим. Мы сами сделаем выбор. Ты не должен повторять мой путь. Мы станем лучше. Ну, теперь мы преступники. В ее глазах, да. Но она бы не защитила себя. Нужно дойти до конца, пока у меня есть силы. Не понимаю. Я знаю, что ее нужно было спасти, но в конце она оказалась очень злой. Не злой. Ты убил ее сына. Ее сына! Родителю нелегко. Пережить смерть ребенка. Он хотел убить ее. Она бы умерла, чтобы спасти его. Только родитель может это понять. Ты бы дал мне убить тебя? Ради твоего спасения, да. Слушай, всем пришлось сделать сложный выбор. Но все мы понимаем. Понимаем, что ты поступил правильно. Мир лучше и добрее, если в нем есть Фрея. Просто дайте ей время. Она придет в себя. Тогда в храм Тюра. Последний раз. Да, нас ждет Йотунхейм. Что значит дорого обошлись? Может, Один пообещал, что в Йотунхейме он избавится от проклятия? Наврал, небось.